Председателем суда Международного финансового центра «Астана» стал лорд Гарри Кеннет Вульф. Международный арбитр и медиатор в сфере финансового права обладает большим опытом работы в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга. И сегодня лорд Гарри Кеннет Вульф принес присягу судьи, обязуясь беспристрастно выполнять свою работу. Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность повышения доверия мирового сообщества к деятельности центра. Независимый суд МФЦА начнет работу уже в январе. Деятельность его будет основана на принципах, нормах и, что немаловажно, прецедентах права Англии, Уэльса и стандартах ведущих мировых финансовых центров. Уважаемые господа, вы очень известные в мире юристы. Distinguished gentlemen, you are very renowned, worldly renowned lawyers and justices. Такую работу выполняли в других странах. You've been doing that kind of work for many years in various countries. Мы придаем большое значение этому финансовому центру. And we attach great importance to that center. Хотим восстановление шло так, чтобы нам доверяли. And we'd like to make sure that the center is established so that we have trust of international partners. Ваша безупречная деятельность говорит о том, что когда вы будете работать, нам будут доверять. Желаю вам успеха. Для меня большая привилегия продолжать ваше видение по созданию Международного финансового центра. Насколько я понимаю, вы очень заинтересованы в успехе этого проекта с точки зрения регионального и межконфессионального диалога.